Ну а чтобы получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводите промокод STR777 и получайте халяву в виде 35% к пополнению на свой депозит. Условно решили пополнить сюда 1000 рублей, вводите промокод, халявно получаете 350 рублей. Приятненького вам просмотра. Здорово, братяги, здорово, братушата, стример на связи. Сегодня на моем балансе лежит 30 тысяч рублей. После выпуска, после того, как я выложил предыдущий ролик, где я задепал 8 тысяч рублей и была у меня цель 30 тысяч, потом пришло так, что я суммарно задепал 250, и у меня была цель 300 тысяч рублей, я ее выполнил. На моем балансе сейчас 30 тысяч, цель сегодняшнего ролика – нож и рамбит. А какой конкретно? Пойдемте смотреть. Просто цель – нож керамбит. Сейчас у меня в инвентаре лежит вот такие вот великолепные пушечки. Тут суммарно лежит на 243 тысячи рублей. Я пока ничего не буду говорить, для чего, зачем это здесь лежит, но мы сделаем сейчас следующее. Вот так вот копируем керамбит. Идем в апгрейды, апгрейд, поиск, дамасскую сталь стираем и керамбит оставляем. Эй, нож, давай, ладно. Я тебя понял, просто 50 тысяч надо ставить плюс. И все пойдет. Так, нож, керамбит вижу. Сейчас, секундочку. Сейчас я вам... А нет, какой 50? Надо 70 ставить. 70 тысяч надо ставить. Ребята, промокод, еще раз вам напомню, промокод на сайте MyCSGO STR777. Дает халяву пополнению на сайте MyCSGO в виде 35%. Этот промокод над моей головой. В описании под этим видео, в закрепленном комментарии, в описании абсолютно везде для вас я его оставляю, вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. Когда депаете 35%, получаете халяву, а халяву любят все. Я даже сюда, когда депаю, я всегда его использую. Где этот керыч? Алло, вот он, ну вот он, автотроника, 75 тысяч рублей. Почему я это написал 50? Я сам не знаю. Каким путем мы можем до него дойти? Это сделать вот так вот. Либо мы можем сделать 1.91. Помните, не помните такую тактику? 1.91. Я предлагаю сейчас 10 раз попробовать заапгрейдить керамбит стоимостью 75 тысяч рублей с апгрейдом, с процентом апгрейда 1.92. Представляете, если у меня это получится сделать? Поехали. Блин, я реально, я вот 30-ку закинул, я закинул с этой мыслью, что сначала, в самом начале, я попробую сделать его на 1%. Если он зайдет, это будет разнос. И крайний раз, и последний раз. К сожалению, не зашел. Керамбит автотроника за баланс 1.91 мы делаем здесь. 1.96 даже. Поехали. Также до 5000 рублей мы дойдем. Я не знаю, получится сделать у меня на 1%, не получится. Я, насколько знаю, мой ролик с этой тактикой посмотрели админы MyCSGO. Хотя кому я нахер нужен, казалось бы. Они посмотрели и, скорее всего, пофиксили вот этот 1.91. Я не знаю, для чего, зачем и почему. Потому что, ну, я сам на самом деле не понимаю, зачем они его пофиксили. Это же был не баг, это же не обход системы защиты их был, а просто, ну, такая вот фишка была. Почему бы и да, оставили бы. Я думаю, моя бы аудитория, которая смотрела, переходила бы и пользовалась так или иначе такой движушкой-то. Так, хочу прилечь немножко, чтобы сидеть с кайфом. 2200 есть у нас на балансе. Блин, честно говоря, не продумывал. Вот я стараюсь не думать о концепции ролика. Вот я, к примеру, знаю, что вот я хочу снять ролик. Мне для этого нужно 10 ножей. Сейчас у меня на балансе сколько? В инвентаре, точнее, сколько ножей? Давай посмотрим, какие есть и какие мне не хватает. Блять, я же продал. Алло, алло, 52. 4, 6, 7, 8, 9, 10 ножей. Да, 10 ножей. Блять, давай 10-й нож по-братски. По-братски вы. Бить нужно мне 10-й нож. Подожди, я что-то не понял. Раз, два, три, четыре, пять. А нет, все правильно, да, все правильно. Автотроника нам нужна. Я уже думал, я что, затупил, что ли, блядь. 1400 рублей имеется. 1400 рублей. Я опять все это, то я тормоз, а. Все в инвентарь пихаю. Все в инвентарь. Скорее всего, сейчас буду что-то продавать, потому что балика уже не осталось, 30-очка улетела. Давайте прямо сейчас, почему бы и нет. Почему бы и нет. Продать. Так, что можем мы здесь продать? Я предлагаю вот этот, вот нет, наверное. Давай мы вот этот продадим и вот этот продадим. Вместо них что-нибудь найдем другое. 75 тысяч. Потому что автотроника намного важнее сейчас мне, чем вот эти два ножа, которые были. Я не знаю, правильно ли я делаю, что я захожу в апгрейды. Реально не понимаю. Я сам не понимаю, правильно это или неправильно. Но я верю в то, что, возможно, он зайдет. И было бы хорошо. Так-то на секундочку уже 1040 потрачено на базу. Просто на базу. На базу. Автотроника. Керыч. Автотроника. Сюда, ребята, на 1.91. Точнее, сколько? Да, 1.91 условно. Процент я сделал керамбит. Я потратил, давайте считать, я залетел с 30-ки. С 30-ки я слился до 7 тысяч, это 23 тысячи я слил здесь в апгрейде. Потом
с 20 тысяч рублей я слился до 8 тысяч, это 11, то есть 23, 30. И сейчас 20-20. То есть, условно, 50 тысяч я потратил на то, чтобы сделать апгрейд на вот этот керамбит автотроника. 7500 есть. Я предлагаю эти 7500 также пульнуть непосредственно в эти ножи, которые я потратил, которые я продал. Только вот нужно понять, какие у меня были. Да, вот он, зуб тигра. Я вот это его помню однозначно. Который я продал. Тоже 1.91 поставим сейчас. Так, подожди. 1.84 пойдет тоже. Так, мы... Просто забейте. Просто забейте, пацаны. Реально, просто забейте. Второй ножик вернем. Какой второй ножик-то был? Тычки, по-моему, были, да? Тычки. Да, давай попробуем. 1.93. Что, дашь? Нет, просто сейчас, если ты дашь, это будет разъеб, реально. Это будет просто разнос. По-братски. Я просто весь балик сейчас потрачу на то, чтобы попытаться сделать. 470 рублей делаем, отдаем за один прокрут. К сожалению, увы и ах. Но тем не менее, 300 тысяч на моем балансе. Я выбил керамбит за 75 тысяч рублей. Потратив всего лишь 1400 рублей на один апгрейд на 1.91%. Ребятки, на моем балансе вы всегда видите большие депозиты. Я их всегда пополняю с промокодом на 35%. Разницы нету. Хочу я пополнить 50 тысяч, я всегда ввожу этот промокод, который называется STR777, который дает халяву в виде 35% к пополнению вашего баланса. Используйте этот промокод, и у вас все будет по жизни хорошо, и будете выносить отсюда обалденные ножи. Этот промокод для вас я оставлю в описании под этим видео, вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. И на экране видите 4 ролика. Кликайте на один из них, подписывайтесь на мой канал и продолжайте просмотр моего контента. Пока!